Всем привет! Это очередная партия товаров. Просто хуево туча товаров. Вот коробка там, вы еще увидите. Тут что? Тут штаны Dockers, я штаны решил отдельно снять. Hilfiger, Donna Karan. Еще есть штаны Дикие Сани, еще в пути, я их ничего не получил. Ждем, я их получу на следующей неделе. Еще Levi's 505, я их вчера постирал, они на веревке, но Levi's 505, можно погуглить, можно везде увидеть их, там ничего особенного нет. Вот, три пары. Я, скорее всего, в Levi's сниму видос, как они на мне сидят, и что-то из этого тоже выберу, возможно, постараюсь во всех этих штанах сняться и показать, как они выглядят. Со свитерами, конечно же, у меня так как еще свитера есть, вот. Значит, тут что? Tommy Hilfiger, размер 38 на 395 баксов, full price. Я не знаю, где тут цена, black, white, там все дела. Точнее, цена 95 долларов, я не цена, а цвет хотел сказать. Тут, значит, black, white, вам. Тут вы видите black, white или это grey? Хотя... хрен поймешь. Сзади пуговички, размер, как вы помните, всегда я беру мой родной, мой законный, мой нормальный размер, ничего особенного. По материалам тут самая такая фаршированная параша, но на ощупь все приятно, даже не скажешь, что там нет хлопка, все похоже на хлопок. Какие-то технологии. TH Flex, Tommy Hilfiger Flex. Блять, сейчас все свои флексы пихают туда-сюда. Снизу не манжетки, вот такие подвороты изнутри. Да, классно. Сидят и по длине, и по ширине, все там заебись, заебись и заебись. Вот, штаны Dockers. Dockers, кто не знал, это такая фирма, которая принадлежит, как я понял, Levi's'у. Либо они вместе работают. Но суть в том, что Levi's больше ориентируется на джинсы и так далее, а Dockers на чинусы, штаны такие обычные. Но сам по себе материал похож на джинсы, то есть что-то общее есть. Вот. Особенно характерно для джинс, если помните, вот такие штуки, вот такие складки на краях, это все характерно для джинс. Но вот этот материал нежнее, такой глаже, чем обычные джинсы. И это, наверное, все-таки идут чиносы. Я не знаю, что они тут пишут. У них тоже какой-то флекс, блин, они свои флексы откуда достают. Smart Cities, там, не знаю, короче, где тут ценник. Ценника нет. Я не помню, по full price они сколько стоили, 70 там столько, они дешевле, чем Tommy Hilfiger однозначно были. Вот. По размеру, блин, сейчас посмотрим, что я взял. Конечно, они тоже 38 на 30. Ну, я их примерял, да, они сидели нормально. Кармашек тут сзади, но еще тут второй кармашек, он уже с молнией. Вот. В принципе, я удивлен, потому что детализация нормальная, нормальные швы и так далее, ничего не разочаровывает. Маленький кармашек для зажигалки, монеток и так далее, он есть, это хорошо. Этот карман обычный, поднимаем, там еще с ним, за ним спрятан маленький карман, хотя он не маленький. Вот, с молнией, сейчас посмотрим изнутри, там видно это или нет. Да, он немного, наверное, поменьше, чем этот карман общий. Но при этом и есть. Меньше совсем на немного. Вот. Снизу что у нас? Какие там подвороты можно сделать? А, вот. Как вы видите, тут достаточно красивый шов идет изнутри. Так что, если вы решите их подвернуть, это будет не совсем стыдно. Да, вот. Хорошо, что я это заметил. Все достаточно симпатично. Внутри такой красивый серый материал, я серый цвет люблю, и в принципе я люблю такой контраст. Было бы классно, если бы тут какой-то еще контраст был. Вот, Smart Flex еще тут напихали, еще такая вешалка, можно вешать. Какие тут материалы, написано или нет. Угу.
блять. Это сюда. Вот. А, тут больше кота на 94%. Как у джинсов? Ой, там что-то еще рядом. Нет, цены их не нашел. Но тот факт, что эти штаны классные, мы уже с вами уяснили. Еще одни штаны. Донна Каран, это вы знаете, я уже не первый раз снимаю товары. Донна Каран, DKNY, все на канале. Потому что я люблю этот бренд. Мне этот бренд симпатичен. Вот. Ну, точно такие же у меня уже были, но в белом цвете. Или в бежевом цвете, там, я уже не помню. Такой светлый цвет. Вы такие же видели, там размер был 38 на 30. Это 38 на 32. Просто потому что не было моего размера на 30. Но 32 это тоже не приговор. Там всего лишь на немного длиннее. Ценник почему-то они урезали. Тут ценник должен быть внизу. Они по фулл прайсу стоят примерно как Tommy Hilfiger, может чуть дешевле. Тупо потому, что у Tommy Hilfiger те штаны это более высокой линейки, конечно, чем эти, те самые простые чинсы, а те ближе к серьезному виду, да, к серьезному луку. Хотя по качеству эти не мусор, не параша. Классный, приятный материал просто. Тут очень мало на хлопка, но материал достаточно гладкий, приятный на ощупь. Швы, конечно, бомбические, ничего такого вот не найдете. Пуговички. Вот это все. Я бы с удовольствием почитал какие-то материалы. Значит, так. Какая-то Шри-Ланка сделана. Блин. Вот. Не могу найти материалы. Черт. Обычно же тут пишется. А, вот, нашел. 97% коттон. Ну да, 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 это прекрасно. 97% коттон. Тут молния Waikiki. Мы забыли на всех штанах проверить молнию. Тут не видно, но это тоже. Это не Waikiki, блять, заело. Это что другое, кое-что, да. А тут что у нас? А? Тут Waikiki. Ну все, у меня на телефоне зарядка кончается, я поставлю на зарядку телефон и съебу вам дальше уже вверх.